Владимиру Мухаметчину 18 лет. В отличие от большинства своих сверстников, он не стал поступать на юриста или экономиста, а пошел в строительный колледж. Отца у него нет, мать работает в детском саду воспитателем, так что надеяться приходится только на самого себя. Я выбрал профессию строителя, потому что она востребована и никогда не перестанет быть востребованной. Владимир считает, что амбиции в построении карьеры еще никому не мешали, хотя и понимает, что придется нелегко. Я собираюсь пойти по этой специальности, дальше по ступеням. Начинать, возможно, с рабочего, потом дойти, к примеру, прорабом, потом до директора. Волнуешься многое, поэтому где-то ошибки допускаешь. Ну, будем работать над этими ошибками. Самое главное – знать размеры и голову на плечах. Желающих овладеть рабочими специальностями в последние годы становится все больше и больше. В Казахстане почти в два раза увеличилось число колледжей. Причина тому одна – безработица среди специалистов с высшим образованием. И, напротив, острая нехватка рабочих кадров. По данным группы Center for Cities, в Европе и России уже каждый третий безработный моложе 25 лет. В Великобритании в прошлом году рабочие места для студентов сократились на 290 тысяч. По прогнозам аналитиков, госсектор не может поддержать уровень вакансий для выпускников вузов в течение следующего десятилетия. А вот рабочие специалисты, напротив, востребованы. Кстати, они же меньше всего теряют в периоды кризисов. Для сравнения, заработная плата молодого врача, проучившегося 10 лет, составляет 50 тысяч тенге. Автомеханика после трехлетнего обучения – 100 тысяч тенге. Получение рабочей квалификации – это достаточный гарант. Вера Цзин, начальник отдела анализа и содействия в сфере технического и профессионального образования. Того, что молодой человек устроиться в социуме, то есть найдет себе возможность работы, естественно, благополучное существование. А что еще нужно хотя бы на первых порах? Если он хочет продолжить карьерный рост, получить следующую ступень образования, это же тоже не возбраняется. Но, как говорится, остаться безработным вообще без ничего, это, конечно, может быть даже и трагедией. О перекосе среднеспециального образования в сторону высшего в Казахстане говорится давно. Вузы есть теперь чуть ли не в каждом районном центре. При этом они еще и готовят прямо пропорциональных специалистов. Есть, например, Костанайский социально-технический университет, Тарасский инновационно-гуманитарный университет. В 1986 году в Казахстане 40% молодых людей учились в высших учебных заведениях, 37% в средних специальных, 23% в начальных профессиональных. В начале 2000-х число вузов и студентов утроилось. Настолько же сократилось количество учащихся колледжей. При этом только 30% выпускников вузов находят работу по специальности и 90% выпускников средних учебных заведений. Лучше меньше, да лучше. Этот некогда популярный лозунг актуален на сегодня. Действительно, многие вузы сегодня превратились в сферу бизнеса. Их руководители не видят ничего плохого в том, что каждый казахстанец получит высшее образование. Но не стоит забывать, что в Казахстане увеличиваются темпы индустриализации, где требуются рабочие руки. На биржах труда в переизбытке предложений от бухгалтеров, экономистов, юристов, зато спрос на представителей рабочих профессий. Работники вузов уже и сами не скрывают, что их дипломы чаще всего оказываются номинальными. Звучало это и на недавнем круглом столе Национальной палаты предпринимателей и работников высшего и среднего образования. Тысячами валяются в сейфах. Жантлеу Азизханов, президент Ассоциации колледжей города Алматы. Блятся, и никто не спрашивает. И никому они не нужны. Только, значит, что от ребенка, значит, самое, мы издираем деньги. С каждым годом увеличивается стоимость его. Так? И даже не понимаешь, а почему он растет. Нужна консолидация всех заинтересованных сторон. Это учебное заведение. Это государство, это работодатель. Только в консолидации можно создать безбарьерные условия взаимодействия. Мало того, надо переходить на новый уровень взаимодействия. Наконец, отойти от этого бесконечного диалога. Если вы помните, у нас ежегодно проводится форум. А знаете, как он называется? Бизнес и образование, диалог партнера. Так я хочу сказать, что нужно уходить от бесконечного диалога и работать в одной команде. Преподаватели вузов жалуются на неустроенность своих выпускников, а работодатели на их низкую подготовку.
Одна из главных претензий работодателей к профессиональному образованию является то, что пока что система подготовки кадров работает в отрыве от производства, и качество подготовки специалистов работодателей в основном не удовлетворяет. Главная оценка качества подготовки учебным заведением специалистов должна быть как раз востребованность работодателями или рынком труда его выпускников. Каждый человек выбирает себе, во-первых, профессию по душе. Сергей Адиянов, руководитель департамента образовательных проектов Центральной Азии. И учащийся, приходя в учебное заведение, конечно, хочет видеть уровень подготовки как можно выше. Поэтому уровень выпускника учебного заведения, конечно, зависит и от уровня учебного заведения, от специалистов, от преподавателей, от мастеров. Между тем, политика и экономика Казахстана направлены на индустриализацию, развитие собственного производства, так что работникам учебных заведений и работодателям приходится находить диалог. Не каждое учебное заведение обладает своей технической базой, современной технической базой, которая соответствует уровню тех предприятий, которые работают уже в данном, допустим, регионе. Здесь максимально правительством и Министерством образования делаются определенные усилия, финансирование для того, чтобы поднять уровень технической базы учебных заведений. Вот. И я думаю, что со временем учебные заведения будут достаточно хорошо оснащены современным оборудованием. Как следствие сокращения вузов, причем не решение министерства, а самим рынком, при развитии здоровой экономики все не могут быть руководителями. По данным Министерства образования и науки Казахстана, в 2006 учебном году в вузах обучались почти 776 тысяч студентов, в 2009 – 634 тысячи, в 2013 – 572 тысячи человек. Их число будет еще снижаться, а учащихся профессиональных колледжей, напротив, увеличиваться, чтобы в итоге прийти к тому, что требует рынок труда. Работодатель – это рынок труда. Что такое рынок труда? Это востребованность выпускников учебных заведений. Будет востребованность, будет занятость. Будет занятость, будет экономика. Будет экономика, будет стабильность. Будет стабильность, будет процветание, будет сильная страна. В мировой практике лишь 10% выпускников школ идут в вузы, а 80-90% получают рабочую квалификацию. В планах Министерства образования и науки Казахстана к 2015 году оснастить современным оборудованием 75% колледжей, а к 2020 году 90%. Поэтому сегодня мы поднимаем вопрос о том, что необходимость получения рабочей квалификации во всех звеньях образования. Это возможно вернуться к профессиональному обучению в рамках получения аттестата зрелости в школе. Это получение, как вот сегодня говорили, рабочей квалификации в период обучения в вузе. Это возможность получения рабочей квалификации в период обучения в колледже при получении квалификации специалиста среднего звена. Между предприятиями и колледжами уже заключено 17 тысяч договоров о сотрудничестве в сфере подготовки кадров. В рамках этих соглашений учащимся предоставлено более 150 тысяч рабочих мест для прохождения производственной практики. Оказывается, помощь в укреплении материально-технической базы учебных заведений. Нет ни одного человека из работодателей, который бы не сказал одну непреложную истину. Лучший инженер – это тот, кто начинал с рабочего. Квалифицированного рабочего или специалиста хотя бы среднего звена. Это те, кто знают производство изнутри. Кстати, к индустриализации обращаются уже звезды шоу-бизнеса. Так известный певец Кайрат Нуртас, чей годовой доход по оценкам журналистов Forbes Казахстан и без того составляет 2 миллиона долларов, теперь тоже параллельно развивает сеть магазинов по пошиву одежды и продаже автозапчастей для автомобилей. Даже певец понимает, что сценическая слава не вечная, а вот производство – да.